Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки Развивашки. И сегодня мы поиграем в игру «Том за золотом». Ребята, сегодня мы проведем марафон между тремя котиками Томами. Морозным Томом, офицер Томом и супер Томом. Давайте посмотрим сегодняшнюю миссию дня. Ну что, Том, вперед! Ребята, а первым выполнять задание у нас будет Морозный Том. И он бежит у себя на трассе. Осторожно, Том! Ребята, а вы не забудьте написать в комментариях, за кого вы будете сегодня голосовать. За Морозного Тома, офицера Тома или супер Тома? А мы в китайском квартале. Может быть, здесь нам удастся найти нужные нам предметы. Удвоение очков. И ура! Мы подобрали первый предмет. А вот и воришка-енотик. Он оставил нам 100 слитков. Перепрыгивай, Том. Отлично! Впереди у нас самолетик, но мы решили его не подбирать, так как ищем нужные нам предметы для выполнения миссии дня. А Том успел подобрать защитный шлем, туннель. Отлично! Мы в гостях у Джинджера. И еще один нужный нам предмет. Осторожно, Том! И у нас удвоение очков. Том подобрал еще один предмет. Ребята, кто знает, как называются эти предметы? Напишите нам обязательно в комментариях. Магнит. Отлично. И все золотишко летит к нам. Морозный Том набрал 140 тысяч очков. Ребята, если вам нравится, как бежит Морозный Том, обязательно ставьте ваши лайки. А мы снова в китайском квартале. А впереди я вижу магнит. Подбирай его, Том. Ребята, Том собрал 3 предмета. Осталось еще немного. Может, ему удастся выполнить миссию дня. Ребята, не забывайте голосовать в комментариях. Очень-очень быстрая скорость. Совсем нелегко бежать Морозному Тому. А у нас удвоение очков. О нет, ребята, кажется, Морозный Том уже устал. Пора его заменить. Давайте посмотрим на его результат. Морозный Том набрал 236 тысяч очков. Отличные очки, офицер. Ребята, офицер Том начал выполнять задание тоже трассы Морозного Тома. Удвоение очков. Отлично! Это очень сложная трасса, правда, ребята? Здесь очень много препятствий и опасностей. Осторожно, Том!
Впереди я вижу магнит. Не пропусти его, Том. Отлично, мы его подобрали. А мы в китайском квартале. Ребята, а я напоминаю, сегодняшний марафон у нас бежит. Морозный Том, офицер Том и супер Том. Не забывайте голосовать в комментариях. А у нас еще один предмет. Ребята, кому нравится, как бежит офицер Том, ставьте лайк. А вот и магнит. Он нам не помешает. Кстати, ребята, а вы уже подписались на наш канал? Если еще нет, то обязательно подписывайтесь. У нас на канале вы найдете много интересных видео. Про котика Тома, кошечку Анжелу, говорящего песика Хэнка и еще много всего интересного. Туннель. И офицер Том на автостраде Хэнка. Ребята, кому нравится автострада Хэнка, ставьте лайк. Воришка-енотик. Он оставил нам сейф. Отлично. А вот и новый предмет. Осталось найти еще один. Интересно, кому удастся найти его? Ой-ой, ребята. Офицер Том попал под машину. Пора его заменить. Ребята, офицер Том заработал 139 тысяч очков. А это меньше, чем у морозного Тома. Кто же наберет сегодня больше очков? Давайте посмотрим, кто это будет. Морозный Том или Супер Том? Кстати, ребята, сегодня все котики начинают свой марафон с трассы морозного Тома. Впереди воришка-енотик. Отличный прыжок. Удвоение очков. Осторожно, Том. Здесь такие огромные снежные шары и много препятствий. А вот и туннель. И мы на набережной Анжелы. Как здесь тепло и солнечно. Ребята, если вам нравится, как бежит Супер Том, ставьте лайк. И не забывайте голосовать за своего героя. Осторожно, Том. Ребята, отлично, Супер Тому удалось подобрать последний предмет и выполнить миссию дня. А мы спускаемся в логово енотика. Может, Супер Тому удастся догнать его? Давай, Том, догоняй, догоняй его. Осталось совсем чуть-чуть. Хватай его! Давай, давай, Том! Может, нам удастся выбить 2 звезды? Мы выбили 1 звезду. Тоже неплохо. О нет, Супер Том врезался. Давайте спасем его. Удвоение слитков. Ребята, здесь очень много машин, и Супер Тому совсем нелегко.
И Супер Тому удалось набрать 200 тысяч очков. Ребята, если вы болеете за Супер Тома, пишите в комментариях слово «Супер». Впереди снова воришка. И еще один сейф. Отлично! Туннель. И мы на трассе лесного Джинджера. Ребята, не забывайте писать в комментариях, кому вы отдали свой голос. А Супер Том подобрал магнит и защитный шлем. Он нам сейчас не помешает. Ну вот. Наш Супер Том врезался. Посмотрим результат. Ух ты! 326 тысяч очков, и ему удалось выполнить миссию дня. Ну а на сегодня у нас все, ребята. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте свои лайки. Всем пока-пока!